Проектная мощность завода порядка 72 тысяч тонн различных видов полимерной продукции в год, которая востребована в фармацевтике при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковке в других областях. Уверен, что ваш завод, уважаемые коллеги, поможет этот спрос обеспечить, внесет свой вклад в импортозамещение. И, насколько известно, в Псковской области планируется сформировать целый промышленный кластер из предприятий, которые в качестве сырья будут использовать как раз продукцию «Титан-Полимера». Безусловно, идея интересная, хорошая, рассчитывая, что региональные власти подумают над этим вопросом. Такая кооперация, запуск производств позволит создать новые рабочие места, будет укреплять экономику и социальную сферу региона, придавать дополнительные стимулы малому и среднему бизнесу, занятому в смежных отраслях.